Экскурсии в дворцово-парковом ансамбле Суханова проводятся регулярно. Все больше местных жителей хотят узнать историю родных мест, а гости города – увидеть усадьбу княжеского рода Волконских. Здесь природа перекликается с древней историей, а архитектура дворянского имения сочетается со старинным классическим парком. На территории нашего города, или, скажем, в ближнем окружении нашего города, дворцовых усадеб такого уровня, как усадьба князей Волконских, нет. Узнать о жизни, любовных перипетиях и пристрастиях владельцев усадьбы можно на экскурсиях. В частности, интересна судьба Алексея Мельгунова, русского офицера и общественного деятеля, который начал перестройку усадьбы. Будучи человеком очень талантливым, человеком с государственным мышлением. Кстати, по сплетням говорят, что ему он должен был заколоть Екатерину. Такая прогулка – погружение в эпоху царской России, где можно выяснить, что было на завтрак у Волконских, и посмотреть дом управляющего, священника и здания, построенные специально для гостей. Вот то, что мы с вами сейчас вот здесь видим, это было построено при Мельгунове. Точную датировку мы дать не можем. Вход на территорию усадьбы Суханова свободный. Тут можно погулять по старинному парку, посидеть у пруда, полюбоваться скульптурами и осмотреть снаружи здания, которые теперь стали архитектурными памятниками. А в наши дни усадьба Суханова является объектом культурного наследия Российской Федерации. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.